Ребята, всем доброго дня. В этом обзоре хочу поговорить про еще одну интересную криптоплатформу. Это будет проект Onis. Ну и, соответственно, давайте разберемся, в чем суть данного проекта и также в чем же особенности, допустим, его токена. Так вот, токен Onis — это платежная стоимость, которая создана фондом будущего развития фонда Onis. И из этого вытекает логичный вопрос, что такое фонд Onis. Фонд Onis является децентрализованным фондом с открытым исходным кодом, который помогает участникам привлекать капитал и также создавать подпроекты на основе токена Onis. Также у них есть система передовых технологий с мощной системой многоканальных кошельков. Она позволяет интегрировать криптоплатежи в повседневную жизнь и также в онлайн-платежи, что, конечно же, тоже очень удобно. Также у них есть Onis кошелек под, соответственно, App Store или под Google Play. Также отмечу комиссию системы, что есть 5% за прямую комиссию, 100% доход, также 10% дохода F2, F10, при этом условии, что нужно получить 3 прямых F1 минимальный пакет $500, и также 5% от дохода F11, F20, при этом условии получаете 6 прямых F1 минимальный пакет $500 и получаете 3 F1 минимальный пакет $1000. Также с токеном Onis вы можете использовать его для инициализации технологических проектов, включающих много цепные платежи, которые Onis может поддерживать, также оплачивать товары от партнеров, кто принимает оплату токена Onis, и также вы можете использовать Onis для оплаты в играх, с которыми Onis связан или создан, конечно же, самой платформой Onis. Далее видим дорожную карту развития данного проекта. Здесь есть несколько деталей, ну и давайте обсудим каждый отдельный момент. Так вот, в первом квартале 2019 года было планирование развития, собственно говоря, первичного предложения монет и подготовка технической платформы для Onis. Далее второй квартал — это раскрытие информации, запуск Onis фонд, также инвестиционная платформа, и также 1 июля вышло ITO и применение фонда Onis в сообществе Onis. Далее третий квартал 2019 года – это выпуск платформы спортивных ставок АИ и открытие платежного шлюза многозадачности. Следующий важный этап – это запуск многофункциональной платформы денежных переводов через Onis с интеграционной платформой Bank Wire API. Далее это объявление команды разработчиков Onis и продвижение маркетинга в социальных сетях. Следующий этап – это запуск централизованной торговой площадки биржи Onis. Далее это запуск файтинга, используя функцию VR и используя ставку Onis. И далее сосредоточение, можно сказать, на разработке стартап-проектов, при этом используется опять-таки токен Onis в качестве платформы и создавая рисковую кредитную платформу для стартап-проекта. Также видим различные виды иерархической комиссии. Собственно говоря, здесь есть несколько вариантов, да, как вы понимаете, это VIP-1, VIP2 и VIP3, то есть в зависимости от объема продаж, соответственно, в $500 000, $1 000 000 и $5 000 000. Вот такие вот здесь, скажем так, не самые маленькие суммы. Ну и также уровень интереса тоже, опять-таки, чем выше уровень, чем больше сумма, тем больше процентов в день и также, понятно, что в месяц. Вот тоже здесь есть описание депозитов, да, соответственно, что они могут производиться в эфире или же в биткоине, но проценты выплачиваются в ОНЗ, да, то есть, соответственно, тоже это важно. А если делать, допустим, депозиты в ОНЗ, тогда они выплачиваются в эфире. Такая вот интересная система. Ну, также есть партнерская программа, в принципе, тоже довольно удобно, тоже, опять-таки, для брокеров это интересная будет информация, то есть они могут как раз-таки в ней принять непосредственное участие. Ну и, собственно говоря, вот в этом суть данного проекта. Ну что ж, я думаю, что общий обзор на проект Onis действительно вам был интересным, и в дальнейшем, возможно, мы разберем еще какие-то другие, скажем так, данные по платформе. Ну, пока же я с вами прощаюсь, спасибо за внимание и до встречи.